Четыре человека пострадали в результате аварии на пересечении улиц Чистопольская и Меридианная. Там столкнулись автомобили «Лада» 12-й модели и «Ауди». По предварительной версии, автоледи на иномарке выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Мнение участников спросила Нафиса Минязова. На красном выехал. На красном? Высокая скорость, да, там? Ну, говорят, что она заканчивала маневр, но она ускорялась. Водитель отечественного автомобиля говорит, что даже понять не успел, почему произошло столкновение. Единственное, в чем он был уверен, что правил не нарушал и на перекрестке выезжал на зеленый сигнал светофора. А вот девушка на иномарке, по его мнению, наоборот, решила проскочить на красный. Автомобиль ВАЗ-2112 двигался со стороны улицы Мусина по улице Чистопольская. Автомобиль Audi двигался с улицы Читаева по улице Меридианная. На перекрестке Чистопольская и Меридианная произошло столкновение. По словам очевидцев, автоледи свою вину не признавала. Единственное, о чем сожалела, по ее словам, не успела купить продукты домой. Но ее уверенность, говорит водитель «Лады», опровергает запись камер видеонаблюдения. На ней мужчина четко увидел, как автоледи выезжала на перекресток на красный сигнал светофора. Именно из-за нарушения ее правил движения, говорит, и произошла авария. То сейчас уже горит красный. В результате столкновения пострадали 4 человека – автоледи, водитель отечественного автомобиля и 2 его пассажира. Они получили травмы различной тяжести, в том числе переломы рук и сотрясение головного мозга. Единственный, кто отказался от госпитализации – это водитель «Лады». Остальные пострадавшие были доставлены медиками в больницу. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, «Вызов 112».